Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как открыть реальный счет в компании Amarkets для торговли на финансовых рынках. В первую очередь вам необходимо зайти на сайт amarkets.org. Далее, прямо на главной странице, нажмите кнопку «Открыть реальный счет». Здесь вам необходимо заполнить простую регистрационную форму. В верхнем поле напишите имя и фамилию именно так, как они указаны в вашем документе, удостоверяющем личность. Во втором поле укажите ваш актуальный номер телефона. В следующем поле указывается адрес электронной почты, который будет использоваться для входа в личный кабинет. Опционально вы также можете указать код партнера. После заполнения регистрационной формы не забудьте поставить согласие на обработку данных. Теперь вы можете нажать на кнопку «Открыть торговый счет». Для быстрого начала торговли на финансовых рынках вы можете запустить веб-версию торговой платформы MetaTrader. В дальнейшем вы также можете установить платформу MetaTrader, скачав ее по ссылке из личного кабинета на нашем сайте. Давайте подключимся к торговому счету именно через веб-платформу. Нажмем «Запустить веб-терминал». Данные для подключения к счету были отображены на предыдущей странице, а также на ваш адрес электронной почты уже пришло письмо с этой информацией. Просто скопируйте номер счета и пароль из этого письма. Выберите сервер Amarkets Real и нажмите «Ок». Поздравляем! Вы успешно подключены к вашему счету и почти готовы к тому, чтобы открыть вашу первую сделку в компании Amarkets. О том, как пополнить ваш торговый счет, мы расскажем в одном из наших следующих видео. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня!